привет! Меня зовут Шура, и я хочу вам рассказать про наших трех домашних животных. Два йоркширских терьера, Йоша и Гоша, и еще у нас есть кот, о котором я вам расскажу позже. Йоша и Гоша – братья, но несмотря на это, они имеют очень разные судьбы. Йоша, последыш и моя семья, можно сказать, спасла его, маленького худенького щеночка. У него были проблемы с пищеварением, его кусала собака, а природа даже обделила его краской носа. Тем не менее, он отличается своей безграничной любовью к членам семьи. Гоша, напротив, был лидером в их собачьей семье, но несмотря на это, он очень человечный и внимательный. Иногда мы говорим, что Гоша не собака, а человек, и мы все уверены, что где-то в глубине души это именно так. Кот появился в нашей семье недавно. Мы его подкармливали еще на улице, когда он был котенком, и передержали всю зиму в подвале, а весной уже забрали домой. Он очень разговорчивый и любопытный, везде любит ходить. А также он у нас очень мягкий и тепленький. А еще посмотрите, какой он у нас длинный. Всем большое спасибо за просмотр. Вот такая вот наша семья.